Ну, самое главное то, что нам, как говорится, доставило трудности, то, что это естественные поля, мы на них не играем в Москве, и мяч размер пятерка. Первый тур, когда играли с Львовом, первый тайм, просто спотыкались. Ну, в этой игре, конечно, было все получше. Понятно, побеждать хочется всегда, да, но тоже у нас идет чемпионат Москвы, ротация состава нужна, потому что мы по приезду в субботу приезжаем, в воскресенье уже играть. Восстановление никто не отменял. Кто из соперников понравился больше? Честно скажу, по организации, по дисциплине игровой, поведению игры, это Курск. Очень достойная команда, играет в футбол, первая, вторая зона просто супер выходит. Мне понравилось. Симпатизирую такой команде, нравится стиль игры. 2008 год рождения, вот в этом возрасте, что самое важное при детям, вот вы как тренер, на что в первую очередь ориентируетесь? Это индивидуальность. Самое главное – индивидуальность. Изначально на поле каждый решает индивидуально определенную задачу. Потом ждут группы, большие, средние, команды. Если он индивидуально не способен ментально, да, психологически, технически, тактически решать определенные моменты, то ничего не получится в дальнейшем. Самое главное – это. Турнир понравился? Мне очень понравился. Гостеприимные люди, все здорово. Но все просто на высшем уровне. Питание, проживание, вопросов нет. Все супер.